И всем привет, друзья, с вами тот самый опаснейший Феликс, и прям таки сейчас я нахожусь в том самом безумном мире. Но проблема в том, что сейчас я нахожусь в каком-то темном лесу, я примерно знаю, где находится мой дом, и, ну, естественно, наступает ночь. Но для этого всего у меня есть, конечно же, все, ведра я, ну, это я все выпил, конечно, это тут у меня было молоко для того, чтобы сбить эффекты после превращения в оборотня, ну, и как бы да. Сейчас я все равно в него не собираюсь превращаться, потому что мне как-то с ним некомфортно. И, в общем, такая тема, что сейчас у меня в инвентаре находится фонарь, сеток для того, чтобы добыть как раз таки мобов. И я вам сейчас расскажу, какой же я мод в этот раз добавил. Также у меня есть ловушка от плачущих ангелов, которые от меня никак не могут отстать. Ну и еда, разумеется. Ну и, друзья, если вы не смотрели предыдущую серию, то обязательно зацените, посмотрите. Там я связывал своего друга, братишку как бы. И, в общем, если вы не смотрели, посмотрите, зацените, оцените. А потом возвращайтесь сюда, хотя не обязательно, ну, посмотреть вот в той последовательности. Можете сначала этот ролик посмотреть, потом тот. Ну и давайте наберем 15 лайков для меня. Это очень важно, и если мы это сделаем, то будет очень круто. Также на моем втором канале сегодня выходит ролик, и обязательно также перейдите и зацените его потом после просмотра этого ролика. Короче, дерзайте, не забывайте про лайки и про подписки, а мы погнали. Так, и в общем, что же я делаю в этом лесу, спросите меня вы. Дело в том, что я отправился за питомцем Иллюминат, он так называется. Мне все говорили на стриме, вот, найди его, потому что он офигенный, он дает рандомный шмот, и он может даже дать меч на миллиард урона, понимаете? Ну вот тот самый SCP меч. Так, я даже не помню, какой у него SCP. Ну вот, в общем, токен, я не помню. Это телекиловый меч, и как раз таки, я не знаю, мне вот сейчас повезет. Нет, мне не повезет. Все в адеквате, все нормально. Так, фонарик, уже все, начинает какая-то жесткая ночь. Я уже слышу плачущих ангелов. И, кстати, я вам совсем не сказал про мод, который я добавил в этот раз. Дело в том, что вы все меня очень сильно просили, и к тому же на ютубе почему-то этот персонаж начал очень хорошо так набирать обороты. Я сейчас говорю про сиреноголового, вы, наверное, уже догадались. И дело в том, что эти самые мобы, там добавляется не только сиреноголовый, и эти самые мобы активно здесь бродят. Так, эти ловушки мне сейчас надо будет применить на плачущих ангелах, потому что я слышу, они все ближе и ближе. В общем, я думаю то, что сегодня я встречу также сиреноголового, потому что он спавнится как раз таки вот в таком темном лесу, и вы, чуваки, сейчас пропадете, потому что, ну ё-моё, эти плачущие ангелы, они задолбали постоянно здесь. О господи, какой страшный звук, какой страшный. Тут также бродят охотники, но я не думаю, что они меня будут трогать. Но смотрите, там уже есть какая-то нечисть из мода Siren Head. Так, ты же на меня. На меня напал в итоге. Тихо, 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 стой. Все нормально, нормально. Я с руки нормальный урон такой наношу. Нет, они сейчас все сбегутся. Так, нормально, нормально, нормально. Я его убил. А, это паук. Все нормально. Это паук. Так, тут мне на одном месте лучше не задерживаться, потому что начинается полная ахинея. В общем, питомца иллюмината мне не удалось найти. И такая проблема, что мне сейчас приходится возвращаться домой, потому что я свои шмотки оставил. И все метки у меня пропали. У меня только метки смерти старые стоят. И все эти метки смерти как раз таки не в дом расположены. В общем, вот еще одна метка стоит. Ладно, я ее... О, господи! Это не... Фух, я уж думал, сиреноголового увидел. Господи, это же тролль. Чуть не обосрался. Ладно, так-так-так, свалим отсюда, потому что, ну, он достаточно нормально так видит меня. И, чуваки, псы что-то злые здесь. А, это, видимо, оборотень. Так, валим отсюда. Как говорится, волк не тот, кто волк, но, блин, в лесах такая хрень творится на самом деле. Это лес с большими деревьями, где вполне можно встретить этого самого сиреноголового. И его друзей, так сказать. Я не знаю, как они называются. Мне вообще говорили то, что это SCP, и... Как раз таки думаю, что сегодня мы его встретим. Я не знаю, я не помню, в какую сторону мне нужно идти. И, друзья, я надеюсь, вы поставите лайки, как можно больше лайков. Дело в том, что мы здесь столько мистических разных существ можем находить. Например, о господи, оборотни, блин. Например, мы можем найти здесь того же, например, Слендермена. Ну и, в общем, если у меня получится найти какого-нибудь нового моба, я обязательно для этого, ну, взял как раз таки большую сеть, и я это смогу забрать. Вот, как раз таки я это на всякий случай с собой таскаю, и, по-моему, я уже вижу какого-то темного нового моба. А, нет. Они, кстати говоря, очень-очень стрёмно сделаны. И Siren Head тоже очень стрёмно сделан. Я видел только на картинках вживую в Майнкрафте. Я этого не видел. Вот как раз-таки хочу это сделать. И знаете, как раз такая атмосфера, да, просто фонарик. Ты идешь по темному лесу, вокруг еще мобы разные, плачущие ангелы. Просто мистика полнейшая, на тебя еще нападают. И где-то бродит слендермены, всякая крипипаста, всякие херабрины, блин. Нет, херабринов, кстати говоря, здесь нет. Ну, в общем, полная ахинея. И SCP рандомные и прочее. Так, я уже вижу. Так, это Мосмен. Ладно, все нормально. Так, пока что никого здесь встретить не могу. Вообще, я слышал то, что эта тема достаточно неуклюжая и так далее, потому что этот мод не совсем доработанный и так далее, поэтому немножечко не страшно, вот. С другой стороны, это существо может проявиться, ну, в любой момент абсолютно. Господи, обосрать, задолбали вы. Так, все нормально, все в адеквате.
И, собственно, его просто нужно найти. Но я не знаю, как я его найду. Дело в том, что он же нормально так скрывается. И хрен его среди деревьев увидишь, потому что... Ну, о, господи, нет, это овца. Это просто черная овца. И зомби на курице. Да как же вас много? О, нет, о, нет, о, нет, о, нет. Так, 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 просто уходим. Просто валим отсюда. И, в общем, я уже слегка слышу такие звуки. И это мне кажется, я не знаю, то ли это ворона, то ли это действительно сирена. Но я не понимаю немного. Потому что эти звуки немного похожи, поэтому, ну, немного тяжело это дело различать. И, в общем, мод не смог. А, ладно, фух, это другой мод, все нормально. Так, и зацените, кого я на... О, все, я нашел какое-то существо. А это что такое? Я не понял. Так, я уже нашел кого-то. Кроаотик, его так... Его не было раньше. Что это за существо? Оно не нападает, это какой-то человечек, который просто бегает. Ладно, пускай. А вот это уже... Почему-то написано, что это крипер, но это нифига не крипер. Это какое-то странное существо из мода Siren Head, потому что... Ну, у них как раз-таки вот такие странные текстурки. И что с них падает? А ну-ка, надо посмотреть обязательно. Опа. Ничего не падает. Окей, опыт только. Так, значит, эти существа должны быть поблизости. И Siren Head тоже должен быть поблизости, как раз таки. Но вот его тяжело заметить. Оу, я нашел. Здравствуйте. Ну как, это похоже на крипера, я не понимаю. Кстати, оно на меня не нападает. А вот это? Ты на меня нападаешь? О, господи, так, ладно, окей. Какая-то хрень просто, она ползучая. Да, еще одна хрень. Это что еще? Оу, Chicken Head. То есть, это какая-то курица. О, господи, так, понятно, не лезть, главное. Я просто не могу это разглядеть. Что это за хрень? Это сиреноголовый. Чё, серьезно? Так, подождите, подождите, мне надо убить это существо, потому что оно на меня лезет очень-очень-очень странно. Так, и сиреноголовый не может сюда залезть. Так, ладно, мы просто сейчас убьем эту хрень, чтобы нормально посмотреть на него. Да блин, этих существ тут просто жопы жуй. Так, валим, валим, валим отсюда. Так, подождите, надо отойти немного. Отойти немного, я не могу. Охренеть, это все-таки его. Господи, это он. Так, правда, я его не вижу нормально. И мне надо нападать вот на эти хрени всяких, потому что они задолбали лезть на меня. И этот самый Siren Head тоже на меня сейчас полезет. Господи, так, тихо-тихо-тихо. Он, правда, медленно очень ходит, посмотрите. Он не особо доработанный, но охренеть, какая это жесть. Так, у меня фонарик, они все на меня движутся. Как много мобов, как много мобов разных. Как много мобов, так, тихо-тихо, на, забирай, умирай. Так, жалко тебя, в тебя нельзя кинуть ловушку. Или в кого-нибудь того. Я не могу его разглядеть, но он меня может убить. Он убивает за один удар. У него просто колоссальных размеров урон. Я бы хотел его убить, но у него 800 хп для того, чтобы, ну, стать им как раз таки. Я не могу пока что стать им, потому что его же для этого надо убить. Так, таких хреней очень много, поэтому погнали быстро в сторону дома. Мне уже стрёмно. Таких хреней очень много, поэтому погнали в сторону дома. Мне очень стрёмно. Он же может как раз таки телепортироваться. Если бы он не мог телепортироваться, он бы стоял только в одних деревьях. О, господи, это еще что за хрень? Это слагер какой-то. Так, тихо-тихо-тихо. У него очень-очень много хп, он немного, у него большой урон, в общем. Так, здесь зима, здесь просто равнина. Так, ну тут все нормально, ладно, здесь никого не должно быть. Сиреноголового, я так понимаю, можно видеть только ночью, потому что днем они пропадают, все эти существа просто на утро исчезают очень легко. И, по-моему, это как раз-таки тот самый лес, который находится недалеко от моего дома, и вот недалеко должны быть драконы, надо просто аккуратно идти. Так, передо мной просто падают грибы, так, о, господи, о, жесть, он опять там стоит. Так, я хочу его увидеть, на самом деле, нормально, в полный рост. И, по-моему, в этом лесу как раз-таки его, по идее, должно быть лучше видно, хотя это так... О, жопа, я про... Ох ты ж, какие стрёмные звуки, это такая противная хрень. Так, мне нужно быть осторожным и пробраться тихо. Вроде как он меня не видит, но насколько я знаю, он может вот так вот просто на одном месте стоять несколько дней, выжидая как раз-таки свою добычу. И, ну, зацените, правда, он немного не в том месте сейчас стал, потому что здесь, ну, достаточно низкие деревья, и он очень просто выделяется. И, господи, как он двигается. Он меня увидел. Так, блин, господи, аккуратнее. Но, правда, он не может вылезти через некоторые деревья. Ау, но я наконец-таки увидел сиреноголового. И я не думал, что есть как раз-таки мод на него. Ну, просто зацените. Я хочу к нему подойти. Мне интересно, я его нормально разглядеть не могу. Вот днем он, правда, исчезнет. Мне нужно просто медленно сваливать, потому что я не хочу, чтобы эта хрень оказалась рядом с моим домом. Потому что он же телепортировал. О, еще один хер. Ох ты ж, это кто? Это, по-моему, крипер, который вроде как меня вообще не трогает. Да, он меня не трогает, зацените. Только если я его ударю, он начнет на меня сразу лезть, быковать, как всегда. Ну вот это вот, да. О, драконы, вижу своих драконов, отлично. Так, отлично, я добрался до дома, и, собственно, нигде никого нету. О-о-о.
О-о-о-о. Опа, а как это он здесь оказался? Подождите-ка. Я не знаю, видит ли он меня, потому что я в него фонарем свечу нормально так. И по идее, ну вроде как раньше у него не такой... Ох, какой он высокий, какой он огромный, короче. Блин, так, ладно, я надеюсь, он ко мне в дом не залезет, потому что он вот так вот долго может стоять, потом хопа, и придет, будет стоять рядом с домом. Это опять стрёмно, очень стрёмно. И я вот думаю, что если его как-нибудь загнать, назвать Биркой, и что если он не будет исчезать, и будет как SCP у нас стоять, так сказать. Вот он исчез. Так, и в принципе, все хорошо, я могу заходить в дом, все нормально, все в адеквате. Нет, Альберт, почему у тебя одно хп всего лишь? Йока, лайк поставь, все нормально, все. У него одно хп тоже, и у тебя? Нет, все нормально, подпишись, все нормально. Ну и, друзья, не забывайте про это и про это. Обязательно ставьте лайки, чтобы я делал больше таких видосов. Если вы хотите больше таких видосов, пишите в комментарии историях этих самых мобов. Также предлагайте мобов, кого можно добавить и так далее, какие карты можно пройти, потому что я слышал, есть карты с Siren Head'ом на Minecraft Windows 10. Edition. Ну и в общем, мы добрались до дома в целости и сохранности. На этом, я думаю, можно закончить. Всем спасибо за просмотр этого ролика. Зацените видос на втором канале, сейчас только вышел. Ну а с вами был Филикс. Всем спасибо и всем пока-пока. Что это было сейчас такое? Лайк поставь, коммент лепи. Ролик посмотрел, но не оценил. Что же теперь делать мне сейчас? Если лайк не поставил ты, подпишись на канал. Колокольчик, блин, на